В минувшую пятницу в селе Белоглина состоялся кубок открытия чемпионата муниципального образования «Белоглинский район» по мини-футболу среди мужских команд. С искренними пожеланиями на торжественном открытии выступил заместитель главы муниципального образования по делам казачества Алексей Яшкин. Примите искренние поздравления с праздником, Днем народного единства. Мы желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, чтобы в ваших семьях царил уют, тепло и доброта. Пусть победит сильнейший. Главный судья Алексей Старокожев ознакомил футболистов и болельщиков с регламентом предстоящих соревнований. Первая подгруппа. Абросоюз 2. Авангард Заря. Вторая подгруппа. Абросоюз 1. Камон, Колос, Восход. Значит, играем 2 тайма по 10 минут. Третий. 3 фала команды набирает. Значит, четвертый пробивается. За главный приз турнира боролись 8 команд. 4 из них – представители села Белая Глина, «Авангард», «Альянс», «Восход» и «Колос». 2 из станицы Успенской – это «Агропромсоюз-1» и «Агропромсоюз-2», команда «Заря» и села Кулешовка. Стало традицией участие в соревновании футболистов из Ставрополя. На протяжении нескольких лет команда «Камон» из села Привольная с удовольствием принимает вызов своих оппонентов. Матч получился по-настоящему интересным и захватывающим. Кубок открытия чемпионата Белоглинского района по мини-футболу завершился награждением победителей. Второе место заняла команда «Авангард». Ну и, наконец, победитель и чемпион Кубка открытия «Агропромсоюз». Начальник отдела по физической культуре и спорту выразил надежду, что новый футбольный сезон порадует болельщиков новыми победами. Надеюсь, этот футбольный сезон будет плодотворным для наших участников, что позволит им приобрести новый опыт, а также болельщиков порадовать новыми острыми сюжетами, моментами. По словам Алексея Позднякова, со следующих выходных планируют начать чемпионат, в котором примут участие 9 команд. Приглашаем болельщиков поддержать любимые команды.